когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать. Спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь, от чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготовленный им пир, от желчи горького сознания, что нас поток уж не несет, и что другие есть призвания, другие вызваны вперед. Тютчев. Дети песни поют, нарушают покой. Бабки с внуками книжки читают. Время мчится рекой, время машет рукой. Годы мчатся, да кто их считает? Будят нас по утрам молодые мечты, чтоб спросить, как живем мы на свете. Здравствуй, здравствуй, ну как ты? В порядке, а ты? Как работа? Нормально. А дети? Вереницы годов убегают назад. Грохот пушек все тише и тише. Только в старых альбомах все те же глаза не вернувшихся с боя мальчишек. Эй, потомки, послушайте нашу мечту. Не листайте так быстро страницы. Мы хотели стоять на последнем посту часовыми последней границы, чтоб не треск автоматов, а крик соловьев, чтоб стонала весенняя вьюга, чтобы сердце томилось, твое и мое, от желания постигнуть друг друга. Дети песни поют, нарушают покой. Бабки с внуками книжки читают. Время мчится рекой, время машет рукой. Боже!